У нас еще Вален играет или во что? Так, Сатурн. Он на Сатурне. Реликрония. Ну что, вот он знаменательный момент. Итого. Загружаемся и смотрим. Да-да-да, скип-скип, все. Все мы знаем, зачем мы сюда пришли. А, пришли мы сюда за детальками Баракетирыча. Или что он там принес. Если опять свою фотку принес, то я его пошлю. Здравствуйте, мужчина. Погибель корпуса Prime, погибель Гринер Prime, погибель зараженных Prime. Морф Трансформер Prime. Тренину сетель синтеза. Ой, что-то игра лагает. Этир Диаксандана, скин стрел, броня Кубра, Право Вандал, фокусный шаблон меха, чертеж спектр порабощенный бомбардир. Это еще что за дичь? И крио патроны Prime. Так. Ну, погибель фракции, это понятное дело. Штука довольно любопытная, может кому-то захочется купить, но... Я раньше покупал, ну такое, никогда не юзал. Плюс 55% урона к фракции, в зависимости от того, какой мод. Вроде любопытно. Морф Трансформер Prime. Это плюс 55% силы навыкам на арчвинге. Такое себе. Я не очень люблю арчвинг. Если кому-то надо кучу сил на арчвинге, вот, как бы, покупайте. Тренировался эти сниты за такое себе, слишком дорогое. Куча косметики. Один... Ну, во-первых, все для Кубра. Все для собак. Первая скин 6, вторая броня. Еще скин стрел, как обычно, опять накидочка какая-то другая. Познайте значение слова стиль, пользуясь этой кристальной синданой. Прово вандал, кстати, я ее, наверное, куплю, потому что у нее не было. Крия патрона Prime, кстати, интересная штука, надо будет ее взять. А вот чертеж спектра порабощенный бомбардир. Это что-то интересное. Не, ну понятное дело, это хлам, потому что использовал типа все. Забыл. Но, блин. Не, ну покупать я не буду. Ну, блин. Хотелось бы купить штук 100. Бомбардира себе призывать, такую хоп-хоп. Так, сколько у меня дюкатов? 15. Нормально. Что у меня есть-то хоть? О, сколько у меня всего-то? Бронка Prime связь. 2. Что-то подвисает все ужасно. Хотя, кстати, это Prime... Он очень дешево стоит, поэтому в топку. Берсон Prime ствол. Бронка Prime. Ну, Бред на Prime еще оставлю, ладно. Хотя зачем? Васта Прайм. А, это я помню, это револьвер. Вектис Прайм приклад. Тоже должно быть дешевое. Венка Прайм лезвие. Венка Прайм. Что такое Венка Прайм? Что забыл, ладно, пока не буду трогать. Галантин Прайм клинок. Два надо продать. Кернон Прайм рукоять. А, я вспомнил, это лук. Продать его. Леспер приемник, Лаки Прайм рукоять. А, это... Хотя нет, Венка Прайм это не то, о чем я подумал. В общем, Лаки Прайм не надо. Ортас Прайм. Тоже не надо. Хотя Ортас Прайм можно оставить одну штучку. Так, чисто на всякий. Вдруг я захочу себе скрафтить. Палец Прайм верхнее плечо. Продать. Тетива. Парный камы Прайм оставляю. Хотя вот. Можно две отдать. Тикрис Прайм. Продать. 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 Продать.
Ладно, у меня там уже что-то целая куча. Я сейчас как раз зайдусь. Так. Во-первых, что я куплю, это крио патроны Prime. Это вообще must have. И я хотел купить право вандал. У меня же не было право вандал. В руках. Право вандал. Где оно тут? Да, у меня ее не было. Возьму. Так, а все остальное покупать не буду. Так, волчонок, где вот?